Всем здорово, ребят! Ну что, опять ребята с группы Castle Clash Info выкинули информацию. Есть награды с акцией «День замка владельца». Какие плюхи у нас ожидают 10-го, с 10-го там, по 13-е число? И, честно говоря, я немножко удивлен, потому что нету героя. Сейчас я вам покажу эти плюхи. Так. Добавить изображение. Сейчас вам пооткрываю. Так. В общем, нету у нас, к сожалению. Сейчас я перекину изображение. Вот так вот. Вот так. И давайте еще добавим. Еще одно изображение. Будет ли оно так? Вот так вот, чтобы было видно уже полностью. Это уберем. Короче, что-то нащелкал, ладно. А, вот так вот, с первого получается по 13-е, ой, говорю, с первого. А, с 10-го, ну, фактически с 11-го, какой D-сервер, будут такие вот плюшки у нас, то есть поменяли полностью все награды. Забрали, скорее всего, но я не знаю, будет герой или не будет, возможно, и не будет. Посмотрим, возможно, они решили все-таки урезать. Шестые сумки первого левела, две штучки, ну фигня по сути. Одна эмблемка восьмая, ну плюс-минус, еще ладно, согласен. 1000 самоцветов, 200 книг, ну хотя бы дали 9. 9 рунки, 10 камней, хоть это радует. Остальное все, честно говоря, ну... такое себе. Вот единственное, что здесь это 9 руны. Самоцветы можно за день накопить. Это не подарок прям такой. Уж 200 книг, это уже тоже не проблема. А 8 эмблема. Ну, в любом случае, это все хорошо, потому что это без доната, это бесплатно. Тоже халява. Ну, посмотрим. Может и добавят еще героя. В общем, вот как-то так. Такая вот инфа, и по поводу новой локации я вам тоже уже писал. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Сегодня будет много трешечка. Всем удачи, всем пока.